В общем, пока клей сохнет, надо бы поесть. Так, что у нас получается? Напилил, значит, из фанеры реечки, из которых мы сейчас соберем раму для нашей полочки. Так, вроде все сошлось. Теперь сажаем это все на саморезы и на клей. Нет лаком. Полка готова, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока!